не солидно. Все, друзья, такая у нас была прелюдия. Очень хорошая заставка была до этого. Мы могли понаблюдать за раздевалками, за приездом команд. Очень хорошо подготовились сегодня мои коллеги, которые с утра работают в районе Олимпика. И давайте я вам представлю бригаду арбитров. Ахрол Рискулаев с монеткой в руке определяет, кому сейчас фортанет. И вроде бы Бунеткор занялся определением стороны или мяча. Ислом Азимов, Шурзот Азамов помогают Ахролу Рискулаеву. Это два лайсмена. Султан Мурат Абдурахманов отвечает. Серьезный был дяденька. Ну а мы сейчас посмотрим на состав Бунеткора. Здесь тоже все очень серьезно. 5-3-2, скорее всего, такая формация от главного тренера Мураджана Таджанова. И давайте пробежимся по игрокам. Итак, в воротах Сухроб Султанов под номером 32. В центре три центральных защитника. Акбар Исматуллаев, капитан, под номером. Где отвечает 22-й номер Усманали Исманалиев справа. И 29-й Музафар Алимджонов слева, соответственно. А тройка в средней линии. 34-й номер Сухроб Изатов. 8-й Шахрук Абдурахмонов. Чуточку выше от них расположился Расул Гилдашев под номером 10. Итак, в воротах Хамидулла Дунабиев номер 13. 4 защитника за флангами следят. Саидазамат Мирсаидов второй справа. Под номером 6 Бигзот Шамсиев, соответственно, слева. Он же капитан команды. А в центре под номерами 4 и 44, соответственно, Адыл Абдумаджитов и Асад Рахимджонов. А запорный президент ФИФА, который прибыл в Узбекистан, цель его визита наблюдать за тем, как развивается, конструируется, реконструируется. Ну, в общем, такая официальная часть визита была. Ну, вот и нужно же показать свой максимум. Приблизился Олимпик, штрафной площади Бунеткор. Опасно, удары, дорогие друзья, на 5-й минуте счет нашего матча открыт. А что вы еще хотели? Мы ведь предупреждали, и мой тезка Атабек Джуракузиев сейчас переправил мяч в ворота. Буднично несколько воспринял этот год. А мы давайте еще раз посмотрим, как здесь здорово все разыграли. Мамасыдыков вишит. Ну да, большой, конечно, привет к обороне Бунеткора. Тут главное, чтобы Сухраб Султанов никого не... рукоприкладством пока не занялся. Потому что ситуация... Ну, друзья, как так? Это как не по-бунеткоровски. Я понимаю, что на том фланге стал Музафар Алим. Ну и вот как-то нетипично так. Здесь штрафной, по-моему, в принципе-то в карман может за карточкой Рискулая залезть, нет? Полезть, нет? Алиево не был засчитан. Здесь толчок в спину. Сам фолт проходит. Быстро доставляет мяч в штрафную площади. Сейчас будет какая-то интересная задумка. Атака Джиянов. Это было уже слишком, по-моему, неуважительный момент. Так, с этой стороны сюда мира, символ мира. Так, смотрим, раз, успел убрать, молодец. А вот здесь локтем попал. Вы знаете, сейчас фанаты Бунеткора, если что сейчас будет, узнаем. 20-я минута, молодец, браво. Мы за брутальный футбол в 2-й минуте. Для нас это, я говорю, не только для фанатов Бунеткора, а для нейтрального телезрителя в том числе, который включил свой телеприемник. Оп. У нас пока в большей части, ну вот мы добрались до половины первого тайма, в большей части мы наблюдаем какую-нибудь композицию. А это хорошо. А это, опа, здорово, опасно. И передача не прошла на Игоря Ивановича. Желтую карточку. Офсайда здесь не было никакого. Шамсиев застрял. Ну и дальше, смотрите, вышел Абдунабиев, Глазомир его подвел. Вот здесь вот можно было резать дальше. Вот здесь. Как учили в школе. Вот берешь мяч и, Абдуманопов, идешь на вратаря. История завершена. Какая будет следующая? Иванович во вратарскую. На этот раз Абдунабиев все сделал четко. Кулаками далеко мяч выбил. А вот пользу Бунеткора, который, друзья, знаем узнавать. Ташкентских ласточек. Да, тренеры, там еще и оборудование расставлено. Так, подарок, вот этот подарок, это карточка. Какого цвета? Красная. Какая карточка? А ну-ка, покажите. Желтая. Поехали. Удар! Происходит серьезное, неприятное у ворот. Бунеткор уже сколько насоздавал.
Буриев. Классная передача. Удар. Султанов свою команду спасает. Носить словами своим игрокам, как нужно действовать и как нельзя, собственно, штрафной. Это просто необъяснимо. Правее расположился Игорь Иванович. И вот Игорь Иванович сейчас мог делать счет 1-1, а левее Даниил Абдуманов. Итак, запущен мяч на ближнем вратарской. Абдуманоповым. Здесь Олимпик Нетгоровцы. Ласточки летят вперед. Классно. В штрафной два футболиста в черном. Прострел. И бить надо. Удар! Классная, кстати, форма, да, Буняткора? После атаки Буняткора обязательно пробежимся. Удар поворотом, рикошет и угловой. Посмотрим. Пока будем наблюдать за угловым Буняткоровским. 3. На скольких? Здорово здесь играет Наско. Не позволил себе обыграть. Масыдыков прекрасен. Отобрал мяч. Штрафной площади. Готовит удар. Пробил. Пройдет пас. Смотрите, проходит. Хакимов в штрафной площади. Иванович рядом. Передача кому? Классно! Удар! И опять, а! И давайте скажем так. На один гол. Наиграли? Ласточки. Пробил. Опять через Ивановича развивается атака Буняткора. Игорь подбирает мяч. Мерсайдов по нему играет. И счет становится 1-1. На 71-й минуте Буняткор, который, на мой взгляд, который наиграл на гол, так и добивается своего. Выше сейчас со скамейки запасных. Однозначно Иванович сегодня должен забирать MVP. Сегодня был очень полезен. И вот это его постоянное, вы знаете, участие. Количество переходит в качество. Вы спросите, а для другого это не приговор? Так, вот это неприятно. Помощь нужна. Там разбито лицо. Мы смотрим здесь. Оба шли на мяч. Жесткое было столкновение. Так, проверил Иванович. Одна замена есть. Так. Опа! И счет. И счет. Мукса, друзья, 1-2. Его фамилия находится в списке лучших игроков апреля месяца. Ну и, как вы видите, не случайно. Я прекрасно понимаю, что сейчас Джуракузиев пробил Султанова. Султанов, видите, очень большой, широкий, мощный. Там я уже не знаю, каким должен быть. С учетом этой замены нельзя исключать, что здесь вроде бы тоже согласно на мировую. Атака Олимпика, офсайд, кажется, был. Но потом будем разбираться. Буриев, опасно, прострел. Не дотягивается до мяча игрок Олимпика. Судя по всему, там был 4 минуты играть в основное время матча. Сколько добавит рефер, я не буду на этот. Олимпика наблюдает. Бывают сбегать на штрафную к Султанову на угловой. Футболист. Все шло к ничье, за исключением вывода этого момента. 1-1 выход, удар. 1-1, вот такой подарок. Султанов. Недавно разбирались между собой вот эти два игрока. Просто у него удар не вышел. Он не вышел не только, скажем так.